Кровь, убийства, расследования, бандиты, варьё. Все это в гениальной программе «Хроники Богомола». Раз в год и запуск, блядь. И именно она в нашей истории сыграла ключевую роль. Итак, друзья, типичная советская квартира. Задрот, пара мониторов, клавиатура, мышь, наушники полные. Набор играет даже не на включенном компьютере. Но чаще всего именно в таких местах и случались самые страшные и громкие преступления. Ёлка, типичный символ Нового года. Новый год — любимый праздник советских жителей. И в нашей истории все случилось именно в ночь с 31 декабря на 1 января. В нашей истории именно банда дохлых крыс пользовалась дурной славой. Ее участники нападали на советских инженеров, возвращавшихся со второй смены. Они их били и ничего не забирали из ценных вещей. Они били и убегали. Полиция не могла понять, что происходит. Я попробую поймать одну из таких группировок. Ловить будем на живца, так сказать. Итак, мы на месте. Лестница, ведущая в преисподнюю. Именно на ней мы будем ловить сегодня наших грабителей, преступников, расхитителей. Называйте как угодно. 18:00 на часах, время, когда советские жители возвращаются с работы. В это время мы их и застанем. Этот молодой человек на расхитителя вроде бы не похож. Ждем дальше. Что ж делать, что ж делать? Люди добрые, воруют средь бела дня. Пусти, пусти нас! Ааа, не бей, скотина! Итак, мы находимся в логове преступной группировки. Опаснейшая группировка, по всей видимости. Они меня уже связали и сейчас, по всей видимости, будут пытать. Да заткнись ты уже. Ну что же, типичные оковы. Я, в принципе, знаю, как их снимать, потому что я в этом деле уже, в принципе, спец. Большие города, пустые поезда, ни берега, ни дна. Все начинать сначала, холодная война. Но если вы думаете, что это шутки, то вы глубоко заблуждаетесь. Так вот и закончилась наша история. Как говорится, тише мыши, кот на крыше. Но это уже совсем другая история.